На подоконнике одного из окон пятого этажа высокого мрачного дома, занятого множеством мелких квартир, сидела маленькая девочка лет 6-7. Она грустно смотрела на улицу. Комнатка была самая бедная и скудная. 3 колченогих стула, простой некрашенный стол, диван с продавленным сиденьем. Из-за занавески старая деревянная кровать, на которой, плотно закутанная старым вытертым одеялом, спала тревожным сном женщина. Девочка сидела, тихо прислонившись к деревянному переплету окна, и задумчиво покачивала большую красивую куклу. «Через 3 дня Рождество! Какое грустное Рождество будет в нынешнем году! Да притом еще и мама больна!» Женя сняла с кровати платок, накинула его на плечи и голову, а под платок она спрятала большую красивую куклу. Через несколько минут ее тоненькая фигурка затерялась в толпе прохожих. Такое, только красное. А я хочу зеленое. А чем они отличаются от твоего красного? Мам, купи мне куклу. Ну что же в ней красивого? Она же старая. В следующем году тебе купим новую куклу. Николай Петрович Бугров, издатель и редактор Курской газеты, носил очки на носу, что придавало ему стройкий вид. Издатель собрался было приказать единственному оставшемуся сотруднику в редакции и собираться домой, но в этот момент дверь быстро отворилась, и на пороге показалась маленькая запыхавшаяся девочка. «Вы, кажется, не туда попали, барышня. Здесь издают газету». «Мне нужно сделать объявление в газету». «Как объявление? Тогда, пожалуйста, садитесь». «Какое объявление вы хотели бы напечатать?» «Даю куклу, чтобы купить с собой вещи для мамы». «Да, хорошее объявление. А вам не будет жалко продать эту замечательную куклу?» «Конечно, люблю, Катюш, но теплые вещи для мамы важнее». «Извините, можно я посмотрю вашу куклу? Только для начала протру свои очки. Тут еще этот ужасный насморк. Интересно, откуда он взялся?» «Семен, а теперь бей». «Это вам показалось. Двери закрыты плотно». «Это откуда этот ужасный насморк? Утром его еще не было, а сейчас кошмар какой-то. Ну ладно, лучше скажите, как вас зовут, где вы живете, сколько вам лет?» «Меня зовут Катюша. Живу я здесь недалеко. Всего 4 дома отсюда. А на Рождество 7 лет. Ставьте вашу куклу у меня, а Семенов вас проводит». На следующее утро едва успела Женя открыть глаза, посыльный внес несколько больших и толстых пакетов. Когда пакеты были вскрыты, из них перед восхищенным взором Жени появились чудесные вещи, которые ей и во сне не снились. Шубка маленькая, как игрушечная белая муфта и такая же шапочка, а также чулки, ботинки и галоши. Однако объявление продажи куклы он в газете все-таки сделал, как раз в том номере, который должен был появиться в день Рождества. На первой странице этого номера читавшие увидели в этот день следующее объявление. «Рождественская девочка продает куклу, чтобы купить теплую одежду». И охотников, пожелавших купить эту куклу, комнату Жени и ее мамы не затворяли целый день, пропуская все новых и новых посетителей. А так как все приходившие являлись не с пустыми руками, то очень скоро в небольшой комнатке стало совсем тесно от наваленной кругом теплой одежды. Добрые люди, принявшие участие в судьбе Жени и ее мамы, не оставляли их и после святого праздника.